Вот так у Вечного огня эти ребятишки из детского дома ежегодно чтят память павших в Великой Отечественной войне. Возложив красные гвоздики к мемориалу славы, парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев погружается в минуту молчания. Каждый из этих 30 воспитанников знает о подвигах тех, кто пал на поле боя, и тех, кто ежегодно встречается с ними здесь, в ветеранах. И большое спасибо нашим ветеранам за то, что они нам дали такое счастливое детство. Я благодарю их за все, потому что они спасли нас от войны за это все. И хочу, чтобы они желали им здоровья, счастья. Многие из ветеранов встречаются с воспитанниками этого детского дома не только накануне праздников. Борис Халтурин в приюте частый гость. Он делится с детьми воспоминаниями о годах войны, чтобы никто и ничто не было забыто. Я помню войну с первого и до последнего дня. К сожалению, современная молодежь не очень хорошо знает историю. Иногда элементарно простые вопросы вводят детей в тупик. Три десятка ребят в возрасте от 7 до 15 лет несколько месяцев репетировали свои номера, чтобы выступить перед самыми благодарными зрителями – ветеранами. Любимые ими песни военных лет они исполняли под аккомпанемент скрипки, гитары и акапелла. В завершении представители двух поколений сели за один стол, чтобы вместе отведать традиционную солдатскую кашу. Юлия Искевич, Асет Кундакбаев, телеканал «Алматы».